Всем привет, мои дорогие зрители! Я вещаю вам из солнечного Мерсина. Какая у нас замечательная погода! Небо чистое-пречистое, ни облачко, ничего нет. Видите, какое небо у нас? Как тепло, замечательно. Кафешки закрыты, а нет, открыты. Мы с девочками сегодня собирались просто выпить кофе и потрындеть. Давно мы с ним не собирались. Как я счастлива тем, что имею сейчас, что я вижу вот это красивое море. Обалдеть, пойду дальше похожу. Я соскучилась по набережной. Друзья мои, всем привет, мои дорогие зрители, любимые, которые так поддерживают меня, которые радуются моим успехам. Пусть вам бумерангом вернется все то, что вы мне желаете. Мои волшебные слова действуют, так как я непростой человек, если вы заметили. Так как то, что я думаю, все осуществляется. Я такая позитивно настроенная сегодня. Я вчера вечером услышала очень много полезной информации, мотивирующей, позитирующей. И хочу поделиться с вами ею. Я вчера очень много наплакалась, наревелась, как рёва корова. От чего? От медитации. И знаете, я верю в приметы. Вот когда что-то я делаю, открывается передо мной, я сразу же приступаю к этому. Почему? Потому что это меня приведет к чему-то более масштабному, более благополучному. И даже если я открываю YouTube и смотрю, что какое видео первое вышло, попалось мне, да, в ленте, значит, это просто неспроста. И так это получилось и вчера вечером. Я вот, видите, как в спортивном сегодня. Без курточки, без ничего. Сегодня обещают 24 градуса. То есть вернулась наша обычная зима. Аномальная ушла. Все плохое ушло. И вернулась настоящая красивая жизнь Мерсине. Сейчас мы с вами будем идти одни. Никто нам не встретится по пути, только некоторые. Я много ходить не буду. Я дойду только до площади Галатасарай и обратно, потому что у меня времени в обрез. Вы знаете, какая деловая женщина. Да, мои дорогие, любимые. Ой. Что вам могу рассказать? И вчера мы с мужем вышли погулять. Вышли погулять спонтанно, и я, блин, проснулась после спячки, как медведь. Действительно, я спала и кайфовала от этого. Такой замечательный вчера был воскресный день, такой замечательный. Я выспалась, проснулась в 11. Конечно, я просыпаюсь в 5 часов каждую ночь, вот какой-то как будильник. А в это время, говорят умные, успешные люди, надо вставать и медитировать. Я встаю, иду в воду, пью и в туалет иду. Вот прямо как по часы у меня заложено. Вот если бы я вставала бы и не ложилась, наверное, еще больше было бы прелести в жизни у меня. Но я ложусь спать. И вот сегодня проснулась в 9. Телефон я убираю от себя, потому что он меня пробуждает. И это очень плохо. Я решила довериться своему организму, как он хочет, так и делать. И вот, когда я встала, смотрите, вышла на балкон, замечательное солнышко меня встретило. Я поздоровалась со миром, Вселенной, со всеми. И первая мысль у меня пришла о том, чтобы я вышла погулять. А вторая, разум присоединился. Душа подсказала, иди, Света, гуляй. А разум говорит, нет, ты сделаешь йогу, а потом садись там, лучше книжку почитаешь. И тут вдруг у меня начали происходить
непонятные вещи. Сопротивление. Душа говорит, иди гуляй, а разум... Ну, ты же вчера гуляла. Вы понимаете, что происходит? Наш разум жалеет нас. И поэтому нужно принимать первое решение, которое просит ваша душа. Вот я уверена, я взяла, быстро собралась, погладила свой спортивный костюм, мужу там погладила джинсы, свитера, и я вышла. И вы также действуете. Всегда правильное решение примет ваша душа. И вот действительно это так и есть. Какая погода. Вот я бы сидела бы дома, да, на своем этаже, красивом, шикарном балконе. Я считаю, что у меня шикарный балкон, шикарная жизнь. Вы знаете что, я очень счастлива то, что имею сегодня. И вы не представляете, я счастлива любую, каждой мелочи, что мой холодильник полон, что у меня есть кушать, что у меня есть крыша над головой, что у меня чистенько в доме. Уютно. Я создаю любовь вокруг себя. Мой муж рядом, поддерживает меня. Мой золотой любимый муж. Вот и моя знакомая Татьяна. Как давно мы с ней не виделись. Так вот, что я хотела вам сказать, что создавайте всю эту реальность и будете еще больше счастливы. Действительно, вот мы так не верим, да? И думаем, что, блин, вот, у меня нету ремонта, как у других блогеров, да, показывают красивый ремонт, красивые квартиры. А вы знаете что? А мне абсолютно пофиг, кто что скажет. Прежде всего нужно не обращать внимания на чьё-то мнение. Тебе комфортно? Да, мне очень комфортно. Мне так хорошо. В данный момент мне сейчас очень комфортно. Что будет впереди, поживем, увидим. И поездка моя, которая была у меня недавно на конференцию, как она на меня подействовала, это просто сказка. Я раньше думала, что зачем мне путешествие, да, помните, у меня был такой момент в жизни. Зачем мне путешествия в отеле, проводить время, когда я живу здесь? И я так еще спорила с вами, забираю свои слова обратно. Извините, если я даже спорила. И действительно, вы правы. Почему? Потому что это совсем другое, когда вы едете куда-то перезагружаться. В другую атмосферу, встречаетесь с успешными людьми, богатыми, которые добились всего, которые живут так постоянно. А мы, как люди, да, мы все думаем о своих родственниках. Только не о себе. Вот я, например, так, да, думаю, прежде всего. Ну, как я поеду, когда мои дети, мама там, внуки, это не увидят. Вот знаете, надо отпустить это. И я отпустила. Почему отпустила? Думаю, я достаточно сделала в этом году для детей. Привезла их на все лето. И в будущее лето хочу тоже сделать сюрприз. Ведь с ними лето такое счастливое, когда они рядышком. Да, трудно мне, но они с каждым годом все взрослее и взрослее. И дай Бог, чтобы все было хорошо у меня. И мои мечты все и цели были осуществимы. И вот мои внучата... Они дают стимул жить, стимул работать, стимул зарабатывать, чтобы сделать их жизнь счастливой. Моих детей, моей мамочки. Я так много чего мечтаю. Не то, что мечтаю, а цель поставила. И иду к этой цели. И я безумно счастлива тому, чему я... На чем остановилась, телефон сам отключился. Да, и я начала думать по-крупному, да, как-то каждый из нас боится, я просто уверена в этом, большие деньги, да, вот как все изменится, вот как ты будешь жить, а вдруг тебя воруют, а вдруг тебя будет преследовать кто-то.
а вдруг ты не справишься, и нужно прорабатывать это в себе, потому что мы не жили так, как раньше, да, а как классно жить, как богатые, блин, не думаешь ни о чем, за тобой ухаживают, что хочешь кушай, что хочешь пей, это на мне так произвело такое впечатление, и на моего мужа, что у нас уже мечты, мы обязательно поставили цели, что в мае мы поедем, выиграю я, не выиграю, мы будем там, где-то, в Турции будет, но в каком именно городе, отеле, неизвестно, но цель поставлена, мы будем там. И я всего добьюсь, и детей, и детям сделаю праздник, и себе. То есть я наполнилась энергией жизни, мои дорогие. Гав-гав, говорит, вот, пожалуйста. Друзья мои, знаете, о чем я хотела с вами поговорить? Я недавно разговаривала со своей подругой, ну, голосовыми, да, потому что у нас... Ну, хорошо, все, 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 успокойся. Успокойся, песик. Все. Там тоже все. Так вот, я разговаривала с подругой, и я сказала, вот ты просто... Как посторонний зритель, ну, можешь сделать аналитику вообще? Вот ты меня знаешь 2 года. И вот за 2 года, что со мной произошло? Есть ли какие-то перемены? Она говорит, конечно, Светик. Она, знаете, что сказала? Вот очень многие вокруг, знакомые, даже наши друзья, подружки, многие занимаются самопознанием, вот как я, да, копаюсь, копаюсь, что-то новое хочу для себя выяснить, найти, изучить. И ты все это притворяешь в жизнь. То есть ты делаешь и теорию, и практику. И йогой я занимаюсь 3 года, сейчас в апреле будет. Вообще надо все пересмотреть, я что-то запуталась в этих цифрах, но, наверное, 3 года будет, да, 3 года будет у меня, да, 2 года мы, у нас был клуб «Лучшей жизни», и 3 года у меня будет йога, да, в апреле. Нейрографикой занимаешься, рисуешь, гимнастику лица каждый день, то есть ты все это притворяешь в жизнь и делаешь это на регулярной основе. Ты меняешься в своих, следишь за речью, следишь за мыслями и делишься с нами этим всем. Это самое прекрасное, что ты делишься, и мы повторяем за тобой какую-то информацию, как вести себя, как ответить, как поступить в той или иной ситуации. А карьерный рост, ты 2 раза уже была на конференции, ты 2 раза была в этом году в Батуми, ты привезла внуков на 3 года. Это говорит о том, что у тебя появились деньги, и не копейки, потому что все это, вы сами понимаете, какие расходы, да? Конечно, есть прогресс. И ты молодец. Мне так были приятны ее слова. Очень было приятно это слышать. Ведь, в принципе, я это понимала, но мне хотелось узнать мнение со стороны. Я прошла все. И еще будет жарче. Друзья мои, пошла я гулять, а то я очень много с вами наговорила. Вот видите, как хорошо, что я вышла на набережную. У меня появилось желание вам что-то наболтать. Дома же не так интересно вам на моем балконе все видеть. Сейчас приду домой, сделаю завтрак. Ой, авокадо, яйца сварю. С хлебушек, с мерчмиком. Я вчера пообедала, позавтракала. Горластая такая. Вчера я позавтракала, знаете, сделала себе бутерброд. Какой-то у нее турецкий грубоватый. Ну, есть такой акцент у некоторых, как у всех национальностей. Так вот, мы вчера на завтрак я себе сделала лаваш, намазала сыром мягким. Положила авокадо, половина, сверху рыбкой соленой. Я ее, видно, пересолила, она такая, да, ну для меня это очень соленая была. 6500 метров, спор Верарды.
начинается. Это откуда? Набережная до этого 6500, до Марины. Но я пройду меньше, потому что у меня нет времени. Вот мне чуть-чуть, площадь Галатасарай и все. Времени нет, друзья. Нет, я немножко, может, до Сая-парка пройду и вернусь. И вот я вчера так позавтракала, и мне, знаете, тяжеловато было весь день. Вот эта вот рыба бултыхалась у меня в желудке. Я же привыкла как-то вот к другой еде. Привыкла. Не скрою. И вот это мне трудно было. Весь вечер, весь день. Мы вчера и вышли сюда, у меня было такое чувство сытости, что я как будто только позавтракала. И не знаю, может, с горячей картошкой ее надо, но с авокадо оно вообще не пошло. А в гостинице, когда мы были в отеле, я на завтрак мне такое дали, поэтому я и кушала. Наверное, там яйцо еще было, мне кажется, жареное. Вот поэтому, наверное, горяченькое было вкусно. В общем, обтеклась я слюнями, мои дорогие. Столько воспоминаний, и все, до сих пор я в них кручусь. И когда видео вот эти, не могу даже стереть их. Хотя все загрузило, все уже у меня где-то. Но вот мне так приятно, что они у меня в телефоне, и это все вижу. Ой, как будто это было вчера. А когда-то это было неосуществимой мечтой, целью. О чем это говорит? Ставьте свои цели, идите к ним. Вот когда вы захотите, не думайте, как это все получится. Я досказала себе, дорогая Вселенная, если я должна быть на этой конференции, я там буду. Ты сделаешь все, чтобы у меня получилось быть там. И оно это случилось. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.